Наринмарский авиаотряд ожидает пополнения. Ми-8 МТВ планирует приобрести на Казанском вертолетном заводе, единственном разработчике и производителе геликоптеров в России. Решение о приобретении вертолета было одобрено Советом директоров еще в прошлом году. Авиапарк предприятия не обновлялся 24 года. Имеющиеся самолеты и вертолеты, приобретенные в советское время, изнашиваются, что влияет на объемы перевозок. Сохранить и увеличить пассажира- и грузопоток поможет новый вертолет. По словам Валерия Остапчука, своих оборотных средств предприятию не хватает, чтобы сразу заплатить за вертолет, поэтому будет внедрена лизинговая схема. Сейчас будет объявлен конкурс лизинговых компаний. Какая компания даст минимальный процент? Это удорожание как раз вертолета. Вертолет стоит на сегодня 500 миллионов рублей. С акционерным обществом «Вертолеты России» у нас конфигурация сформирована полностью. То есть сейчас все в ожидании. Только как только мы заключаем договор с лизинговой компанией, как только проходят первые платежи, машина закладывается на стапеля, год изготовления вертолета, в смысле срок изготовления вертолета 12 месяцев. Новая машина станет 18-й по счету. Сегодня 16 вертолетов совершают ежедневные рейсы. Еще один находится на ремонте. Кроме них, рейсы выполняются самолетами Ан-2. Их в авиапарке 8.